Перші підсумки агросезону 2016 на Херсонщині, просування аграрного експорту, закріплення позицій на нових ринках та очікування від Міжнародного інвестиційного форуму «Таврійські горизонти». Про все це в ексклюзивному інтерв'ю. Уборка по всім районам області пройшла без затруднень. Не було проблем з наліччям комбайнів. Не было проблем с наличием транспорта. То есть логистический вопрос в этом году полностью был уже отрегулирован. И, я думаю, проблем у аграриев с уборкой и перевозкой и складированием по складам не было. У 2015 році рясні дощі досить сильно вплинули на врожай як зернових, так і баштанних культур. Цього року Херсонщину навесні та влітку також заливали дощі. Та перші підсумки агросезону 2016 достатньо позитивні. На данный момент в Херсонской области накошено 2 миллиона тонн зерновых. Продолжается уборка поздних зерновых. Это площадь 70 тысяч гектаров. Мы ожидаем сбор урожая в пределах 300 тысяч тонн еще. Итого Херсонская область в 2016 году выйдет на общий вал 2 миллиона 300. По бахчевым у нас весной несколько раз пересевалась данная культура, потому что шли постоянно дожди. И благодаря этому, то есть, мы имеем сдвиг в более поздний арбуз, и вал арбуза Херсонской области имеет достаточно хороший. Как там не ожидалось, весенние, летние дожди не помешали бахчевим культурам. Звичайно, втрати врожаю є завжди, і найчастіше це відчувають аграрії, які використовують стару техніку. Область переоснащается, покупается новая техника. Этому еще послужила НДС, который сейчас отменили, и многие фермеры. Как бы плохо не было, но есть плюсы, то, что многие начали капитализироваться и влаживать деньги в сельхозтехнику. Закупать новые трактора, сеялки, комбайны. То есть в этом году во много раз увеличился объем покупки техники по сравнению с 2015 годом. Україна втратила основний, найбільший ринок збуту сільгоспродукції – Росію. Для роботи з Європою готові ще не всі аграрії. Та, незважаючи на складний перехідний період, Херсонщина активно просуває свою продукцію за кордон, займає нові ніші у постачанні інколи незвичних для нашого краю сільгосптоварів та закріплює позиції на нових ринках країн ЄС. Наша статистика показывает, что 51 страну мы торговали в 2015 году, то в этом году Херсонская область уже торговала с 80 странами мира. То есть открыты не просто новые рынки, новые страны открыты, куда пошел аграрный продукт Херсонской области. То есть вот это есть плюс. Да, аграрии начали ездить, начали участвовать в форумах, участвовать в экспортных контрактах. Есть новинки. В этом году произошел экспорт в Англию нарезного лука. Кабак экспортировался в Англию. В прошлом году туда экспортировался чистый лук, очищенный для промышленной переработки. Поэтому такие новые ниши появляются. І зараз їх починають освоювати. З 30 вересня на Херсонщині стартує Міжнародний інвестиційний форум «Таврійські горизонти». Це унікальний майданчик для презентації інвестиційного та економічного потенціалу Херсонської області. На цьогорічному форумі очікується справжній аншлаг. Приглашено, я вже знаю, около 600 чоловік буде. З'їжджаються як з України, так і з усього світу. Дуже буде цікаво. Розділено буде на 5 панелей. Там аграрная, транспортная, туристическая. То есть в каждом будут показаны свои привлекательные ниши, которые в Херсонской области есть для инвесторов. Ниши как пустые, так и ниши, которые уже себя хорошо зарекомендовали, хорошо реализованы в Херсонской области. Поэтому я всех приглашаю на данное мероприятие. Оно будет очень интересное, как для бизнесменов, так и для руководящих должностей. Будет большой обмен информацией, проектами, новшествами, то есть все, что делается как в Украине, так и за ее межами.